Всем привет, меня зовут Максим, канал GGFM, али смотрим игрушечку под названием, я забыл, как она называется, какая-то Син, и что-то там, кто-то там, так, это что такое? А, это камера. В общем, это клон Фазмофобии. Понял. А, клон Фазмофобии. Давай так еще идем. Это что, верти? Светлее, темнее. Окей, пусть будет темнее. Но на другом движке. Чутка графика. Чутка как-то не очень графика. На другом. Это что такое? Какие-то. Блин, я вроде громко сделал, тише, нет? Надеюсь, что нормально со звуком будет все. И это только мне тут очень громко. Блин, ну на всякий случай давай я на 35 вот так вот сделаю. Тут может, конечно, как... А, тут магнитофон, оказывается, работает. Все, я тебя понял. Нет, ну все равно на 40, короче, поставлю. А, в общем, вот такой вот я чувачок. А, в чем прикол? А, кстати, а есть русский язык? У тебя есть русский язык, игра? Так, это мы сейчас, это мы пойдем играть уже, да. Да, сейчас я все сначала покажу, расскажу. В общем, что тут есть? Есть фонарики, есть какая-то монетка. Прикол в том, что здесь от призраков можно избавиться, я так понимаю. Тут есть святая вода, можно святой водой там облить призрака, и он исчезнет или успокоится. Я точно этого не знаю, но как бы знаю, что это возможно. Видимо, вот этот чувачок, вот этот вот Карлос Альберто Мартинес Карало, Карило, он в одиночку сделал эту игру. Ну, в принципе, и оригинальную Фазмофобию тоже сделал человек, один человек в одного, в общем. Тут можно как бы, да, туда-сюда там поблагодарить, типа задонатить. Стоит игра 350 рублей. А, вот, вот, что я хотел показать, вот, смотри. Вот смотри. А, в комментариях Steam пишет, что здесь есть тити. Есть тити у девушек. У женщин. Типа вот так вот можно убегать от призрака. Не знаю, как это будет помогать. И вот там всякие жидкости у тебя есть. Жидкости. Вот. Он типа какую-то вещь берет в руки. И с помощью него может... уходить от призрака. А в Фазмофобии единственный выход — это только прятаться. Только прятаться, и то он может тебя найти, я так понимаю. Тут что? Можно выключить телевизор? Окей. Давайте попробуем поиграть. Я сейчас запущу. Запущу. А у меня это все запущено? Да, у меня все запущено. Логин. Давайте попробуем в одного. А, это вот можно выбрать эти, да? Время 3 часа? Не, времени 3 часа обманываешь. Так, ну пусть будет вот это. Секретный код мы типа не знаем сами. И все, рейди. Посмотрим, можно ли здесь вообще в одного играть. Или нет. Спасибо, говорит, мы приехали. Задание. Получите записи в вашем дневнике. Что-то там с дубликбоксом связанное. Короче, окей. Ладно, так, фонарь. Почему у меня фонарь постоянно горит? Блин, еще и картинка так плывет. И почему, кстати, не мог никого выбрать? Так, а можно я ультра поставлю? Что-то изменилось? Что меняется? Ого, это прям киберпанк. Киберпанк на максималках. Так, тихо, только не зависай, пожалуйста. Нет, не зависло, отлично. Ладно. Так, это обычный фонарь, а этот ультрафиолетовый.
Это термометр. Граб. Пока и термометр возьмем. Сколько я вещей могу с собой носить? Это вот коробочка, да, это? Ладно, пойдем, погнали, посмотрим, что тут. Что? Я уже не хочу идти туда. А, вот, вот. Terror Info. Окей. Вот они, оказывается, задания, а не там на мониторе. Trapper of Soul. Охотник душ. Так, а как открывать, как двери? Как... Где фонарик вообще мой? Окей, надо фонарик, походу. Ой, бегает он тоже очень плохо. Так, ладно. Слушай, а сколько тут вещей-то можно с собой носить? Дофигища получается. А, это не ла... Это вот какая ла... Блин, а есть какой-нибудь нормальный фонарик-то, слышишь? Очень, очень, очень сильный фонарик. В смысле, он мне в глаза больше светит. Так, как мне, может быть, тоже мне надо ключ тут где-то сначала взять от дома, как фазмофобии. Так, выключись. Радио, флешка, мышка, клавиатура. Нет, никакого ключа я здесь не вижу. Так, пустите меня в дом. Welcome. Ага. Ну, музыка точно такой же. Что такое? Все, уже закрыли меня? Ну ладно, давай на призрака посмотрим. Он вот где-то за мной там бежит. Ни хера не понял. Я только зашел в дом, вы чё? Все, меня убили? Серьезно? Серьезно? Давай еще раз я попробую. Я как бы первый раз играю, то вы чё, Игорь? Теперь дверь так открылась, да, быстренько? Я еще ничего не успел. А этот дом, кстати, стандартный. Блин, ну... Ну нет, это, конечно, жалкое подобие фазмофобии. Дом стандартная моделька дома. В куче игр уже такой домик я видел. Давайте просто кино посмотрим. Без света. Я всегда Кате говорю, давай смотреть кино без света. Она говорит, нет, давай со светом. Ну, не знаю, не знаю. Странно. Открывается все только в одну сторону. Что за звуки? Да, зачем ты смотришь себе в рубашку? Все, я вот тут вот спрячусь, буду тут жить теперь. Стану тут в шкафу. Не, прикол в том, что я даже не увидел призрака, который меня убил. Я вообще убил ли он меня? Да что, как тебе открыть, слышь? Как это работает? Ой, Привет. Здравствуй. Как у тебя дела? Нашел игрушку мне за это достижение. Шкафы я открывать тоже, да, не могу. Собственно. А свет есть? И света здесь нету. А почему? Почему нет света в доме? Мы что, не платили за электричество? Ну, то есть не мы, а хозяева. Не, ну, блин. Ну, я, видимо, все заканчиваю. Очень плохая подделка под фазмофобию.
Если честно, по описанию, по скриншотам я смотрел, такой, прикольно. Вроде бы что-то прикольное оказалось, но нет. Но нет, ну блин, как бы... просто кто-то решил похайпиться. Даже не похайпиться, а кто-то решил подзаработать на хайпе фазмофобии. Вот и все. Вот, собственно, и все. Если бы фазмофобия не была такой удачной, то в эту игру бы точно никто не играл. Как тебе открыть? Податики? Или что? Или... У нас протечка где-то. Короче, ладно. В общем. Как обычно, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Мы на этом заканчиваем. Игрушка не стоит своих денег, это точно. Так что, не думаю, что не вздумайте это покупать. Даже с друзьями здесь делать, в принципе. Делать-то есть чего, но неинтересно. Лучше уж в оригинальную фазмофобию поиграть. На этом все, ребятушки. С вами был Максим, канал DJ Family. Всем пока.